Екатерине всего 7 лет. Уже год она занимается софтболом в спортшколе «Калита Чисты». Перед игрой – разминка. Так девочка пытается побороть волнение. Эти состязания – первые в ее спортивной карьере. Мне просто сказали. Давай, Настеночка, давай. Если мне понравится софтбол, то это буду заниматься. А если мне понравится, то я не буду заниматься. И тебе понравилось? Да. В соревновании по софтболу приняли участие 4 команды из Голицына, Кубинки, Чистов и Нового Городка. Сегодня у нас проходит командное соревнование, первенство нашей спортшколы Одинцовской. У нас играют, у нас один спортивный клуб «Калита». Вот много детей, друг против друга играем. Какие навыки развивает софтбол? Ловкость, координацию, умение работать в команде. Софтбол – это разновидность бейсбола, спортивная командная игра. Мяч напоминает по размерам грейпфрут. Он мягче, чем бейсбольный и имеет более низкую скорость полета. Софтбол – это игра с ловушкой, с мячом и с битой, наподобие бейсбола. Только немножко отличаются правила. Юные софтболистки регулярно тренируются на поле в Чистах. Здесь же готовятся к важным турнирам. Многие из них уже добились больших спортивных результатов. Мы недавно играли первенство, и вся команда получила КМС. Когда человек стоит на бите, мы очень часто кричим ему: «Ты лучший на бите, покажет защите». Вот такая вот кричалка. Она очень всегда в основном поддерживает. В результате упорной борьбы первое место завоевала команда из Голицына. Серебро досталось спортсменам из Кубинки, а бронза – жителям Чистов. Победители-призеры были награждены памятными грамотами, медалями и кубком. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».